Расширяют ареал обитания в Нарьян-Маре, участились случаи появления белых песцов. Дикие животные были неоднократно замечены в разных районах города и поселка Искатели, что заставляет жителей тундры выходить в люди, чем это грозит. Итак, есть несколько причин появления песцов в городе. Во-первых, это сезонная миграция. С установлением ледового покрова на водоемах животные начинают активно передвигаться и расширять ареал обитания. Нашествие пушистых обусловлено и увеличением их численности. Вот уже на протяжении 20 лет в округе не ведется промысел белого песца. В городе дикие животные идут за кормом, которого им не хватает в лесу. Гололед и затяжные оттепели, резко сменяющиеся заморозками, привели к массовой гибели грызунов, которыми и питаются песцы. В целях безопасности специалисты станции по борьбе с болезнями животных дают несколько советов, для как себя вести при встрече с песцами. Во-первых, никогда не подкармливайте песцов. Их количество в городе от этого только увеличивается. Специалисты категорически запрещают вступать в контакт с животными, гладить их и брать их на руки. Не подпускайте диких животных домашним. Если случай все же произошел, необходимо провести вынужденную вакцинацию домашнего питомца против бешенства, даже если животное было привито ранее в плановом порядке. Если песец укусил человека, немедленно обратитесь в медицинское учреждение. По вопросам вакцинации домашних животных против бешенства и отлова диких животных вы можете обратиться на станцию по борьбе с болезнями животных по телефону 429-24 и 420-81.